Герберт Уэльс. Всеобщая история мировой цивилизации. Такого Уэльса ценители книг почти не знают. Знаменитый писатель, фантаст выступает в этой книге как блестящий знаток истории, эрудированный собеседник, способный, не увязая в деталях и в путанных подробностях, вести разговоры о Древнем Риме, о Конфуции, о крестовых походах, личности Наполеона Бонапарта. Эту книгу никак не назовешь учебником. Ее автор слишком жизнелюбив и самостоятелен. Уэльс относится к истории цивилизации разумно и просто. Как хорошо образованный и очень любознательный человек к увлекательному явлению. Его интересует то же самое, что любого ценителя исторического чтения – факты, события, но главное – люди с их страстями, интригами, надеждами и заблуждениями. То есть все то, чем от сотворения мира была так необыкновенно привлекательна живая человеческая жизнь. Автор этой книги не историк в профессиональном смысле этого слова, однако с самого начала своей писательской карьеры он постоянно работал над подобными изысканиями. Эта книга, как первопроходец, откроет то, что современные мужчины и женщины могут узнать о прошлом, о себе и о том, как прожить сегодняшний день. Спасибо за внимание.